Верху води рукою подимай, там не дуже живе. Там отак все сипеться. Тут якийсь кран поміняний, якийсь сніг. Я взагалі нічого не розумію. Там треба, щоб була така комісія, щоб все так, як слід перевірити. А в тому, що ти чекаєш, що таке. Не буде ще так щотчиків їх пократи і повикручити. Тому що должно бути віддільне поміщення. Я Сайфулович согласен, что изначально должны они обеспечить. Вони саме його і забили. І другий день. Я розумію, що изначально, прежде чем поставить счетчик, вони должны были знати і бути уверены, що його не украдуть. Ну, как в нашій стране делается все задом наоборот. Я не знаю, бываем и шумаем. На данный момент у нас сейчас в доме отремонтирована крыша. Да. Отремонтированы трубы. Мы по поводу труб вернемся сейчас. И производится ремонт подъездов, и также заасфальтированная территория. По подвалу мы вместе с депутатом Ярославом Ратуняком подадим совместное заявление по поводу, чтобы они произвели ремонт двери. Если обратная связь не поступит, то мы вместе с вами будем решать вопрос совместно. Варианты решения вопроса я вам предложил. То есть первый вариант, если за бюджетные деньги не получится, то мы совместными усилиями вместе с вами, сварка от меня обеспечена, мы заварим, а вы скажете как, заварим вам дверь. Только вы должны к этому прийти и мне позвонить. Что касается труб. Сейчас моя помощница Аня запишет от вас коллективное заявление о том, что вы недовольны качеством проведения ремонтных работ труб и просите, чтобы подрядная организация устранила недочеты. А я со своей стороны обращусь в управление ЖКХ, у тех людей, которых они принимают, кто принимал работы подрядной организации, и в рамках закона я надеюсь, то это будет в ближайшее время устранено. Денис, кроме всего прочего, от ЖЭКа, если есть представитель, который принимал эти работы, если вот так это принято, то этого представителя нужно доказать, что некачественно сделано, а он принял, подписал. А потом жители ходили и обнимайте пороги, кланяйтесь к ЖЭКе, что вот тогда не доделали, мы теперь страдаем. Нужно все это, чтобы сейчас представитель обязательно от ЖЭКа представитель был, подписал, и может даже представителя от нашего дома. И у нас есть такой представитель, который сможет посмотреть качественно или некачественно, чтобы в эту комиссию вошел. Я с удовольствием сам войду в эту комиссию, как бы в нашу общую. А мы вам дадим от нас одного человека. Представителя нашего. Ну давайте так, сейчас я напишу от себя депутатский запрос, как я вам как рассказал. По этапу. Напишу депутатский запрос. Соответственно, такой же самый дубликат вам придет, вашему представителю. И в рамках закона мы посмотрим, как дальше будет продвигаться. Я максимально сделаю все, чтобы недочеты были устранены. Как и в прошлом году. Я повторяюсь, как и в прошлом году, я пришел сюда, здесь ничего не было, мы это сели, мы стали, мы познакомились, мы вместе с вами это сделали. Денис, и еще одно. Вот это по телевидению было показано, какая должна быть комната, как она должна быть оборудована, чтобы никто не проник, чтобы все было... Ну это непосредственно уже до счетчика. Вот пусть они... Это же правительственная программа, собственно говоря. Пусть они посмотрят, как это должно быть оборудовано, а не так, что они поставили этот счетчик. Максим говорил, что я не имею как бы технического образования, чтобы утверждать, что будет именно, что входит в ремонт труб. Но априори подвал. Вычистить мусор, закрыть окна, чтобы нам нужно вычистить полностью. Протравить полностью подвал. Там же тараканы вот такого размера.
По поводу вычисткой и вывоза мусоров занимается управление ЖКХ и ЖЭО номер 2. Сказала, мы можем дать вам мусорный бак, ставьте и не Вы обращались письменно? А письменно обращались? Письменно не обращались. Я советую вам обратиться письменно после того, как придет вам отказ, как и я буду обращаться как депутат. Потому что сначала жители обращаются, как вообще принцип работы депутата? Изначально обращаются жители в управление ЖКХ или в коммунальную структуру. Если им приходит отказ, они обращаются к депутату, наглядовому органу, который закреплен за их округом. И после этого, да, начинает работать депутат. Это так вот работает. Но, пожалуйста, если вы обратитесь и вам откажут, я с удовольствием буду вам помогать. В этом в первую очередь должны заинтересован быть вы. Надеюсь, еще не раз увидимся. Хорошо, будем с вами дружить, общаться и будем общаться только по хорошим случаям. Денис Владимирович, будем звонить. Хорошо. Звоните. Первый подъезд ящички можно ставить уже. Сделали хорошо. Я на следующей неделе после праздников приду, еще раз проконтролирую с подрядной организацией, надеюсь, я увижу, пообщаюсь и узнаю, когда будут ящики. Вот второй подъезд уже, как бы, мы нашли консенсус. Они в ближайшем времени закончат его. Ну, и деревянные двери обязательно будут, новые перила, деревянные двери, покраска, побелка. Надеюсь, в тот цвет, который вам подойдет, потому что многие жители домов жалуются.